Добрый день. А, не сюда еще. Добрый день, можно, да? Забыл, что тут две двери. Так, это вон. Потом не сюда, сюда садится, вон без разницы. Музыка же скучно не было. Ну да, тишине тоже сидишь как-то. Там одна. Рукав закатать. Хорошо. Что у вас вроде тепло? Шейный остеохондроз, спина. Шейный отдел. Нет, ну полностью вот так вот до этого вот начала. Шейная грудная поясничная, да. Суставы, колени и локти. А так, в принципе, вот, я не знаю. Вот так периодически. Ну, особо такого шо. Все периодически. Да. Спокойно или беспокойно? Тоже периодически. Сами по себе спокойно или беспокойно? Да не, последнее время нет. Последнее время уже совсем не так, как тем не менее, слабость физическая. Вот этого не замечал. Хорошо. Со стороны живота кишечного тракта, горечь, изжога, тяжесть. Ничего нет. Со стороны дышки. Кашель, одышка. Решение горло. Не. Было горло, поболело, но. Ну, же это редко бывает. Да, это очень. Значит, это не лечим. Да, это не лечим. А что вы работаете в руке? Подземный электрослесарь. Ну, так как для профилактики все равно надо на спелеотерапию. Разве там будет? Да не, я думаю, нет. Я сейчас в последнее время на легком труде пока. Поэтому, да. Поэтому сейчас очистились, по-моему. Да я не знаю, уже порядком, наверное. Ну, лет 5 уже, может, даже больше. Оно же вписали в общий. Если бы вписали в этот, а так писали в общий. Что это общее заболевание. Да. Ежегодно. Последнее. Да вот я был, я не знаю, в прошлом году. В этом году я тоже. Ну, в конце года, наверное. Я не знаю, я в больнице был. Каждый год почти. Ой, я от этого не могу сказать. Ну, пять, пускай, пять, шесть, ну, приблизительно, я же не знаю. Так, значит, это вы мне рассказали. Так. Какие еще болезни у вас? А, ну, суставы еще, да? Колени, локоть и плечи. Понижена. Плохо. 100 на 70, не характерно. Да, это нет, это не постоянно. Нет, это не постоянно. Ну, периодически бывает падает, я не знаю.
Есть у вас там чем повысить? Ну, у вас же там витаминные какие-то есть коктейли, да? Какие-то. Стол общий. Да, на стол общий, да, я думаю, общий достаточно. Но вы его чувствуете, или это для вас много? Вообще не чувствую. Ну, как это вы смотрите? С возрастом оно повышается, да, наоборот. Ну, за счет чего? За счет того, что сосуды начинают сгорать, разлагаются. Увеличивается сопротивление. И поэтому на время какой-то вкус не повышается. Так что те, которые гипотоники не делают, где-то, ну, была там возраст, это скоро там становится нормой. Гипертониками, в смысле? Нормотоники. Ну, там гипо, снижение. Гипотоники, это которые здесь говорили, с возрастом они становятся нормой. Там надо попить что-то, вот это левотерапок, блин, там пишут. Блин, ну, я не знаю. Вам плохо от такого давления? Нет. Ну, успокойся. Не надо ничего пить. Ни кофеин, не надо. Но я купил себе, не думаю, пить, не пить. Просто думаю, оно стоит 10 гривен. Если у вас это давление, никаких отрицательных ощущений. Не, ничего вообще, ничего. Все, я понял. Не стоит. Это считается нижняя граница. Понятно. Хорошо, не буду. Ну, я так купил на всякий случай. Ну, пока лечить не буду, ладно. Уговорим. Если, конечно, вы проявляете головокружение, слабость, сил нет, не хватает. Упадком сил, да, если упадок сил. А если нормально себя чувствуешь? Ну да. Стол общий, да? Да, стол общий, да. Массаж он какой? Да лучше подводный. Да, ну я не знаю, сразу не сначала что делать, сначала массаж, а потом сразу ванну. Да, все же в один день, да. Я в прошлый раз так делал. Отлично, все без проблем. Где динамические импульсные токи позвоночника? Чередовать бывшие на грудной поясничке или на какой-то один регион? 10 против вверх. Или 5 на 1 на шею на грудной поясничке? Да, давайте так. Нет, ну вот можно витаминный комплекс. У вас там есть чай витаминный, что-то. Витаминный комплекс витамина, литром называется. Литром чай витаминный. Так, фитоароматерапия вам не нужна? Фитотерапия. Это комната, которая травка, запах травы и музыка. Я был на ней. Ну давайте, можно записать. Оно в принципе безвредное. Руки не терпят, не имеют? Да нет, еще не было такого. Фу. Что у вас там, гели, витамины, что у вас там, я же не знаю. Масло есть, мазь из пола, литром витамины есть. И травки разные, желудочные, грудной, желчевый, успокоительные, очищающие. А витаминные травки там же внизу на столе стоят. Там их можно пить, блин, хоть целый день. Отвары. Давайте витрум то. Витрум давайте, конечно. Комплекс витамин — это самый лучший вариант. Сколько там таблеток? 50, 30? Один раз в день я заплёт. 30 таблеток или 50? Ну что 30? Там у нас сколько денег? Вы знаете, на
А, вот это поскольку во сколько вы и даете, понял. Не упаковку, а все, все, я понял. Все, я понял, да. А чай. Или. А, или витаминный чай. А, так или так, да? А, на этот год не получили. Прошлый год не, а, понял. Но я и в прошлый раз заезжал, а я в прошлый раз в январе был. Этот раз я в феврале, а в прошлый раз был. Не, я пришел, вы сказали, у вас даже не было, у вас закончилось все, у меня последний гель. В январе уже вообще ничего. А сейчас в феврале, так само только в феврале, да. Понятно. Тоже ж ничего не было. А в конце года наперед, да, наперед. Ну, я понял, да. Все равно у вас тепло. А, что обогревать? А там прохладно, да? Ну да. Но все равно ж гок же содержит. Ну, содержишь. Да, не дает. Не дает. Ну да, 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 да. Как ничего-то хотя бы так. Да, ну квартиры же пообрезали все. Кому повезло, дал этот исполком деньги на квартиры. Кому повезло, у кого доходы маленькие. Кому не повезло, за свой счет. Но я вообще думаю, что должны были, если отопление убирали вообще официально у всех, должны были, я так понял, всем дать. Ну, уже фронтом получилось. Это нужно было делать в течение хотя бы 3 лет постепенно. И не в зимний период. Они вообще раскопки. В зимний период, да. Полностью окопы там, перейти не могут. Где это? На Солнечное. И копают. А, кабеля, кабеля. Ну, тянут, да. Я, конечно, понимаю, что тут, короче, поздно кончились. А сейчас, конечно, он не начался, придется осваивать. Да, это надо было заранее делать. Что-то они так поздно кинулись. Да, просто цена на газ поднялась, сильно большая задолженность. У людей. Она задолженность была вообще сумасшедшая у людей. Да, ну а сколько газ? 7 гривен. Дело в том, что он не то, что выдержит, он ничего не может изменить. Ну конечно. Что толку, что, блин? Ну пришли они, ну он показывал ее по телу. Ну пришли они, покричали. Вот такая ты сякая, а ты там рано начала. Да, ну, ничего не делают. Да доставали для того, что ты делили свой закон. Там коррупционеры же, судьи все их как посадили. И можно ли их отпустить через 5 лет. Так они забастовали так, что пришлось отменить законы. Там такие толпы стоят. Полностью, я не знаю. Ну, мы с вами просто разные каналы смотрели. Я не смотрел, именно эту передачу я не смотрел. Я в Китае расстреливают же. Понимаете, там в Китае их расстреливают. Поймал несколько человек. Поймал сразу к стенке. Ну, их 2 миллиарда. Это просто, да. Там показывали, как приговоры приводят в исполнение смертной казни. Приезжает скорая, снимают его на видеокамеру прямо в скорой. Все, раз и все. Потому что, ну сколько народу не успевают даже приговоры исполнять. Это с ума сойти можно. Объяснили, зачитали и пока. Но это страшное дело все равно. Так это просто.
Интернета подумать, если. Безумие какое. Мы-то тут все под эвтаназией ходим. Соглашаемся-то со всем. Умер ребенок в утробе или умер старый человек. Молодой, как раз. Что у нас есть варианты? И уже никто оживлять не будет, правильно? Так это мое, да? И талончики, да. Шалфейна солевая. А какая там еще есть, если не шалфейна солевая? Это трубы. В тот день раньше морские педаны в этот день были, морские были в этот день. А, уже, а сейчас вообще ничего нет. Вот это все последнее по счету. Вот, опять что осталось? 16, 11, 9. Все, понял. Опять что, так после меня вот это придут, что ж вы им будете? Нет, это на этот заезд. Ну, нам, нам да, на этот заезд. Да, на этот заезд. Я думал, может вообще уже ничего. Мы же надеемся. Так, ну, все? Да. Все, всего доброго. Подождите, физиологию, по-моему, я не дала еще. Да. Грязь в подвале, шалфейная, и там массаж там на этом. А это напротив медсестры Фаид, да? В 7 часов. Он только в 7 часов? Один раз, да? Нет, два раза. А что написано? 11. Одну талончики, один на 19, другой на 11. Какая разница? Нет, там мне вечером подходит. Мне на 11 все равно. В 11 и 19. Конечно, я просто работаю. Так, ну всего доброго. До свидания. До свидания.